Продолжение темы. Ленинский городской округ вошел в пилотный проект по реализации мероприятий по предотвращению парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок. На настоящий момент в муниципалитете выбрано 3 точки, где нанесена специальная разметка. Также планируется обеспечить данные участки камерами видеонаблюдения и соответствующими знаками, запрещающими парковку. За нарушение правил автовладельцу будет выписан административный штраф в размере 5000 рублей. Отслеживание данного правонарушения будет происходить в автоматическом режиме при помощи камер безопасного региона, которые сейчас очень много в городах установлено, и также дополнительно через программу народного инспектора. Один из адресов пилотного проекта «Новое шоссе, дом 2» посетил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Он осмотрел место нанесения разметки и пообщался с ответственными лицами. Управление ЖКХ уже расписали, по-моему, 23 площадки, которые, ну, как бы постоянно, да, являются проблемными. Мы камеру туда будем ставить, чтобы даже вы не бегали уже, вот просто условно заехал, тормознул, все, штраф. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в правила благоустройства муниципалитета.